Силовики отступают. Западный пригород Дебальцево-Калиновка перешел под полный контроль ополченцев. Об этом заявил заместитель министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. До этого был взят населенный пункт Никишино. В результате стрелкового боя силовики с потерями отступили внутрь границы Дебальцевского котла. За последние дни из Дебальцева волонтеры эвакуировали около 1000 местных жителей. За сутки украинская сторона потеряла 90 бойцов и 5 танков. Обстрелы не прекращаются и в жилых кварталах Донецка. Основные удары приходятся на Киевский, Петровский, Кировский и Ленинский районы. Только за минувшие сутки в городе и его окрестностях погибли 13 человек.